этот чемпионат? ПМКАП – это ежегодный открытый чемпионат по проектному управлению на Кубок губернатора Челябинской области. В этом году он проводится уже 9-й раз. Это мероприятие очень актуально. И вот последние 2-3 года проектным управлением у нас занялись всерьез, начиная с президента и заканчивая даже структурами управления, так сказать, в регионах. Ясное дело, что лидеры нашего бизнеса, Росатом, скажем, да, вот, Сбербанк, они тоже активно внедряют это высокоэффективное целеориентированное управление. На торжественном открытии участники познакомились с руководством чемпионата и с представителями партнерских организаций. Ребята узнали, что ПМКАП пройдет в 3 этапа. Первый стартует уже сейчас. Возможности, они таятся в каждом из нас, в каждом из вас. И только реализуя наши способности, наши компетенции, в том числе и в проектном управлении, мы можем достичь успеха, как успеха сегодня достигает наша область, наш Южноуральский государственный университет. И, надеюсь, успех ждет от каждого из вас. Удачи вам и новых открытий! Всего в этом году помериться силами собрались около 200 школьников со всей Челябинской области. Кто-то оказался здесь впервые, другие уже попробовали себя, но победителями не стали, а теперь вернулись, чтобы взять реванш. Стоит сказать, что до этого из мяса никто не участвовал, то есть мы были такими первопроходцами в этой идее, и поучаствовав первый раз, мы заняли 2-е место. Именно это сподвигло нас прийти еще раз, чтобы уже максимально победить, полностью исполнить свои желания, мечты и уже закончить начатое. Проекты участников чемпионата прошлых лет получили одобрение, а большинство из них было реализовано и сейчас являются положительным примером развития Челябинской области. Для школьников ПМКАП – это прежде всего возможности. Это все-таки возможность показать себя. То есть, участвуя в чемпионате, мы полностью раскрыли себя как личности. В этом нам способствовали отличные мастер-классы от наших партнеров. В зале собрались как опытные проект-менеджеры, так и те, кто в этом году только начинает свой путь. Чтобы новичкам было проще освоиться, студенты кафедры экономики, промышленности и управления проектами ЮРКУ представили свои проекты. Часть из них была реализована и получила признание на всероссийском и международном уровнях. По словам организаторов, главное – это правильно ставить цели. На чемпионате ребят научат превращать мечты в проекты и осуществлять их. Мы хотели бы, чтобы проектная культура в региональном правительстве формировалась регулярно, постоянно, и чтобы к нам приходили ребята, у которых есть уже базовые компетенции в проектном управлении. Ну вот чемпионат, который сегодня был открыт, он как раз и поможет молодым людям, девушкам реализовать свои способности, амбиции, показать свои компетенции в проектном управлении. Кроме главного приза, Кубка губернатора Челябинской области и возможности пройти практику на одном из предприятий-партнеров, победители получат денежное вознаграждение и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ЮРГУ.